Простите. Прошу прощения. 2 минуты не было звука, сейчас начнут писать звуками. Те люди, которые будут смотреть. Да. Но в спешке это все происходит, поскольку много программ сегодня. Я прошу прощения. Еще раз. Начинаем с того, что я через несколько дней еду в Нью-Йорк первое, а где-то не конец года, начало следующего года еду на юг, во Флориду. Ну и там я какие-то буду программы вести. Так вот, в Нью-Йорке, с одной стороны, определяет политику, позицию, скажем, чуть ли не страны. Центральный город, понятно, да, больше всего населения там проживает. И, к примеру, те меры превентивные, якобы, которые нам предлагаются, и чуть ли не в позиции, так сказать, вот, хоть и не обязаловка, но тем не менее, вас уволят с работы, если вы не сделаете прививку, к примеру. Да? А дальше делайте, что хотите, это никого не интересует. Так вот, здесь есть нюансы. А с другой стороны, во Флориде, к примеру, если вас кто-то потребует делать то, что не положено делать, то есть ограничивать в чем-то, вам дадут $5000, если вы пожалуетесь и докажете, что такое было, вам дадут $5000, потому что этого делать нельзя. То есть как бы свобода слова, в то же время ее ограничивают. Как такое может быть, когда человек ограничивает в передвижениях того, чего он как бы не хочет? Это как-то довольно странно, но это есть. Поэтому давайте мы начнем с того, что на это есть причина, на это есть время, на это есть циклы. Ну, как всегда, философские рассуждения Майкла или кого-то другого никого не интересуют, поэтому очень интересная тенденция. Просто я, так сказать, буду бегать по верхушкам, и все равно это первая часть, потом будет еще одна часть. И, к примеру, вчерашняя программа, первая программа, было 3 программы. Первая программа с Олегом Пивоваровым, да? Нет, это было воскресенье. Понедельник у нас была программа с Александром Рыбалко. Вот. Ну, кого интересуют клады, которых всех интересуют деньги, но клады уже не интересуют. Их же надо копать, пахать надо. Там. Ну, в общем, 25 человек присутствует в эфире с Александром Рыбалко. Следующая программа поинтереснее. Почему? Нумерология, даты. Давайте мы посмотрим меня. Как всегда, мне надо путать личную шерсть с государственной. Вот. Поэтому личная шерсть, она ближе, так сказать, прилегает к телу. Поэтому это интереснее. Присутствует 50 человек. А дальше совсем интересно. А дальше гадалка, известная гадалка Галина. И нам пишут. Озвучьте фамилию, имя, отчество. Паспортные данные, пожалуйста, выдайте. Все пишет. Ему отвечает, вас интересуют паспортные данные или все-таки как-то вопрос поинтереснее? Нет, пишут, это неадекватный вопрос. Это вообще очень плохо, как вы пишете, вы оскорбляете. Ну, типа вот такого, понимаете. То есть совершенно непонятно, как люди реагируют, что они себя ведут. Еще раз, я по верхушкам буду бегать. Поэтому не обессудьте. Другой человек пишет. Программа, это мне администратор сообщает, переписку в программе. А почему вы удаляете комментарии, которые вы не хотите, чтобы люди их читали? Там ничего нет оскорбительного, пишет человек. Да? В программе с Тодором Тодором «Ушумгите». Звучала фраза «Независимость Украины». И Тодор говорит, независимость от кого и ничего, смеется. Ну, казалось бы, да. От кого независимость? Ну и так далее. Это мнение Тодора. Человек обращает внимание, после этого я слушаю Тодора в передаче «Шумгите» вообще не буду. Я лучше пойду и посмотрю передачу совсем другую. Ну, то ли YouTube удалил, то ли администратор, не знаю. Если честно, я не помню этого. Вот. Не все читаю, разумеется. Да и это что-то читать. И пишет, почему вы удалили? Почему вы удалили мой комментарий? Что, не хотите, чтобы другие люди читали мой комментарий? Какое имеет отношение твой комментарий к передаче «Шумгите»? Ему об этом пишут. Он не соглашается с этим. Вот. То есть, я это к чему говорю? К тому, что по сути, по существу,
совершенно нет никакого понятия, такое впечатление у людей, которые реагируют только на свои какие-то личные амбиции. Это все называется, друзья, эго. О чем идет речь? Эго, наше эго, наше личное эго, согласны, не согласны, нравится, не нравится, верю, не верю, лайки, дизлайки, это же наше личное мнение. Но мы же являемся сутью чего-то общего, да? То есть мы все в совокупности, мы совершаем какие-то шаги, совершаем какие-то действия, но в совокупности это же земляне, это же люди, которые живут на Земле. Мы все живем на Земле, как бы мы ни хотели жить совсем в другом месте, простите. Но мы живем на Земле. Вот. Это мы, которые видим, это видимая Земля. Потому что есть другая как бы, Земля, которую мы не видим. Там точно такие же люди живут. Ну, скажем так, параллельная реальность. Сейчас кто-то скажет, не верю я в это, покажите мне этих. Но если мы не видим, да, то как же мы можем... Ну, вот, есть обозрение какое-то, вот, ну, у жучка есть обозрение, вот, поле зрения его. И тут стоит человек, а он видит это, и ему другой жучок говорит, слышишь, там кто-то стоит, он говорит, я его не вижу, я только вижу вот то, что у меня перед носом. Вот так и мы, да, но ведь мы-то вместе все находимся. Это называется эгрегор. Поэтому то, чего мы натворили, мы будем в совокупности, каждый в отдельности, будем нести, соответственно, ответственность. Вопрос заключается в другом. Кто мы есть и какую меру ответственности мы возьмем на себя. Если мы вот так вот будем друг на друга кивать и друг на друга вот так вот бочки катить, ну так у нас шансов мало, вообще-то говоря, увидеть то, что будет интересно. Ну, такой закон. Вот и все. Это я к этому говорю. Поэтому... Есть общее, есть частное. Я сейчас говорю об общем. И это непонятно, потому что каждый человек видит перед своим носом только частное. И давайте посмотрим меня, не будем смотреть это все ерунда. А Галина мне не ответила, я на нее обиделся, и на вас, Майкл, тоже, потому что вы не озвучили мой вопрос. Почему до сих пор на мой вопрос не ответили? А то, что другому человеку или 100 другим человекам, а это было аж целых 150 человек, понимаете, вот это же интересно, потому что нам надо гадать, нам надо предсказывать. Вот это самое интересное. Что может быть, поэтому ну, вот такая тенденция. Я когда озвучил то, что почему тогда людей мы не приглашаем, но потому что нам это не интересно. Они нам не интересны, нам интересны мы, понимаете. Они же заберут наше время. Вот. И то же самое происходит по-другому. Давайте я сейчас расскажу о циклах, которые будут у нас. И дело в том, что с сегодняшнего дня или с вчерашнего вечера, ну, смотря где, конечно, да, начался еврейский Новый год. Почему еврейский Новый год? Потому что, почему мы об этом говорим? Собственно, я никогда об этом не говорил. А что здесь такого? Но дело в том, что Иисус Мессия, да, Мессия, действительно, или Аватар, да, ну, как бы, ну, там-то был, понимаете? Как бы там он был, в том месте, и у того народа, и принадлежал народу, формально принадлежал. Место просто такое было. Я сейчас не говорю ни о национальности, ни о государстве. Это я говорю сейчас о высшем существе, которое пришел к нам на землю, дать что-то нам, землянам. Мы не приняли это. Мы же лучше знаем, что он там пришел нас учить. Мы лучше знаем, понимаете? Мы его взяли и распяли. Распяли тело, правда, душу-то мы не распяли. Вот. Но этого тоже никто не знает, поскольку мы себя приобщили и притянули, и приассоциировали с телом, что есть сансара. И, к сожалению, выйти из этого пока никак не удается. Вот. Те люди, которые сюда пришли слушать, поскольку ссылка была в финансовом канале, сейчас услышат, увидят даже. И вы, кстати, увидите, те, которые... Ну, еще раз я сказал, совсем немного по чуть-чуть, тем более, что время нету, спонтанная программа, я ее не планировал вчера, просто по ассоциации и по тем месседжам, которые прислали, допустим, мне, в том числе, администратор и так далее. Итак, 7 числа, об этом говорилось давно, о том, что это серьезная дата, и это начало чего-то. То же самое, как начало чего-то было у нас в 2021 году, чего-то началось, да? Формальная подготовка это было 2020 год, это был год подготовки, да, 2020 год.
совсем относительно недавно началось вот это все катавасия с этими там всякими там болезнями и так далее, дурацкими. Я благодарю, дорогие друзья, я вижу, я читаю. Вопросов нет, я вас благодарю за общение. Итак, дальше у нас следующая дата. Еще раз, это подготовка, а дальше идет дата. К примеру, как астронумеролог я вам могу сказать, что 20 формально. Да? Значит, вот мы сейчас находимся в знаке зодиакальном знаке Дева, правильно? А потом он изменится, этот знак, например, 21 числа. Вот так как знак предыдущий, Лев сменился на Деву и так далее. Но одна неделька у нас есть на разворачивание полномасштабного, допустим, вот этого знака и людей, которые под этим знаком находятся, их поведение и так далее. Поэтому здесь та же самая схема, подготовка к чему-то. И вот начало вот этого Нового года, а он 5782 год, да, я запомнил. Если мы просуммируем, вот вчера была передача Сергея Анкара, об этом вскользь говорилось, я об этом сказал. 5782 год, если мы просуммируем все эти цифры, мы получим 22. Это очень важный момент. То есть 22, 2022, например, да? То есть это совсем скоро у нас будет, 2022. Ну и отголоски того, что будет дальше в 2022 году, уже сейчас идут, да? Начало. Чего это мы сейчас не говорим, чего и дело не о плохом, потому что это все понятие относительно. Человек умер, это хорошо или плохо? Плохо, он же умер, правильно? Нам хочется жить. Хорошо, потому что человеку это было очень и очень плохо, он хотел закончить. Но не дано нам такое право заканчивать самостоятельно свою жизнь. Да? Не дано такое право. Да? Автаназия у нас официально не существует, например. Но он страдает, и он уже готов. Но он страдает. Ну, прекратите эти мучения, и все. Так, а мы не хотим его отпускать. Он уже умер, да? А мы не хотим его отпускать. Почему? Мы не хотим, понимаете? Это наше эго, мы не хотим. И нам до лампочки, что с ним. Ведь мы его любим. А он же в другом мире. А мы его любим. Конечно, кто говорит, что не надо. Но надо разотождествить себя. И мы страдаем. Человек умер, мы страдаем, мы болеем. Плохо это для нас. Как не... Ну, по-моему, это уже надо было как-то в себя впустить. Тяжело, да, но надо. Понимаете? Но по-другому никак. Поэтому плохо или хорошо, что люди умирают? Как сказать? А если это очистка Земли со стороны другого разума? Ну, нагадили, понимаете? Очистить-то надо. Ну, люди гадили и продолжают гадить, к примеру, да? Вот люди там сверху вот, смотрят и думают, ну, сколько можно гадить, в конце концов. Значит, надо убрать их, чтобы перестали гадать. Ну, так или нет? Логично, с их точки зрения. Наши нет, конечно. Мы же светлые, пушистые. Вот. А то, что мы совершили в прошлом, мы же этого не помним и не хотим помнить, что самое интересное. Мы не хотим об этом знать, поэтому мы не берем консультации. Они же деньги стоят, оказывается, понимаете? А мы их хотим только получать. Отдавать мы не хотим. Вот такие вот мы все. Ну, все. За редким исключением, подтверждающим правила. Правильно? Поэтому можно обидеться, поставить сейчас дизлайки и вообще уйти не сможет майку. Как будто ересь говорит, чушь какую-то говорит. А конкретно нам надо. А что будет завтра, послезавтра? Рассказываю. Значит, следующая дата. 16-19 сентября. 16-19 сентября. То есть Йом-Кипур. Опять же, связанный с еврейскими всякими там праздниками. То есть проблемы с поставками продовольствия. То есть уже давно известно, об этом говорилось давно, о том, что будет перекрыто движение, траки ездить не будут, которые доставляют продовольствие. Суэцкий канал блокирован уже давно, то есть поставки прекратились, контейнера нет. А в чем перевозить товар? Нет. Перебои с поставками, засухи, наводнения, землетрясения и так далее, к чему могут привести к перебоям с урожаем. То есть урожая не будет, да? Соответственно, цена полетит вверх, соответственно, плюс это гипер-супер-дупер-инфляция. И что мы будем делать? Мы каким-то образом должны существовать. Кому это интересно? Ну, те, кто будут зарабатывать, как всегда, на своих припасах. Ну, они-то будут всегда... Они считают.
существовать, поскольку у них в руках это все сосредоточено, а мы каким-то образом где-то будем брать. Это не значит, что они плохие, а мы хорошие. Это положение такое. Точнее, а мы не хорошие, а мы бедные, несчастные. Да? Ну, каждый, что заслужил, то и получил. Закон – это карма такая. Далее, земные изменения будут проходить, и это без сомнения, безусловно, это связано с шестой печатью апокалипсиса, которая срывается, вскрывается в соответствии с откровениями Иоанна Богослова именно в это время, в эти дни. Я об этом говорил более подробно в других программах. Дорогие друзья, если есть вопросы, 15 минут еще есть на это. Я должен перейти к другим, значит, каким-то энергиям, да, которые люди ждут, но очень быстренько тогда в таком случае. Дальше, следующая цепочка событий. Еще раз, 16-19 сентября, дальше 6 по 21 октября. Это Knowledge, фильм такой был, или Знание, да? Вот, был фильм, можно посмотреть. 40-месячный цикл определенного кода, сейчас без деталей, еще раз, нету на это времени. Гиперинфляция, доллар. Ну, вплоть до... Ну, не крах, но нехорошо, короче говоря. Опять же, поставки, биржи. Вот сейчас мы перейдем к биржам. Почему перейдем к биржам? Ну и земные изменения, землетрясения, извержения вулканов. И Индонезия особенно здесь. То есть то, что было, то будет еще раз. Это цикл, цикличность. Как мы знаем, в Индонезии было... страшное цунами, где погибло очень много людей. Ну, вот предполагается о том, что, ну, просто место такое, к сожалению. Это еще раз, это не значит, что оно будет, я не предсказатель, это просто вероятное событие, которое возможно. Ну, кто хочет рискануть, нет проблем, мало ли. Вот. И западное побережье США. Калифорния, к сожалению, да. Ну, у нас есть предсказатели, гадалки. Еще раз, это вероятное событие, это не значит, что так оно и будет, но опасность есть и достаточно серьезная. Дальше, ускорение и увеличивание тенденций. Об этом говорить не хочется, но нужно завуалированно это вот вшпиливание. Почему? Ну, если кто слышал и случайно, да, я пропустил это, к сожалению, но я тут ничего не мог сделать, из песни слов не выкинуть, тем более это уже прозвучало, вырезать я не стал. О том, что, ну, скользь. И так сказать. Ольга Викторовна. Ну, конечно, те, кто уже успели, так сказать, привиться, те, конечно, уйдут из земли. Звучала фраза. Как на нее реагировать, как угодно. Раскрывать мы не можем, иначе сейчас будем выяснять эти вопросы. Красный флаг, и я не хочу рисковать целым каналом, чтобы выяснять то, что и так понятно. Почему? А надо сделать так, цикл такой. Я уже говорил, это цикл небесный, это цикл тысячелетний, тысячелетние циклы, где переход от одной поры в другую пору, и мы идем, бах, упали, потом бах, стали подниматься. Вот, вот этот вот период, так, потом так, это называется санскритское слово пралая или уничтожение нежелательного населения планеты. С точки зрения не тех людей, которые живут на этой планете, нас, да, а с точки зрения высших существ, которые должны заботиться о гармонии и о завершении цикла. По-другому быть не может. Это закон природы. Вот. Если мы хотим, мы можем изменить, разумеется. Но для этого надо определенные шаги сделать. И поэтому, представляете, да? И поэтому, ну, естественно, это не всеобщее. Естественно, я не говорю о том, что не надо этого делать. Кому надо, тот сделает. По определенным причинам. Вопрос другой. Оно
Да, так будет. Почему? Все эти вещи не изучены. Никто не знает, не было такого никогда. Никогда, никогда в истории закон такой есть. Должно пройти клиническое испытание. Все. Как это можно сделать? То, чего еще не исследовано. А как это исследовать? Это должны быть годы воздействия и реакции на какой-то... Ну вот взяли таблетку, чтобы взять, выпустить эту таблетку, положить это на полку. Причем было в истории очень много случаев, когда одобрено, значит, ну, Министерство здравоохранения, я буду говорить по-русски, понимаете, значит, с той стороны, где выпущена таблетка, она давала совершенно противоположный эффект. Я могу сказать то, чего можно сказать. Я когда-то в свое время занимался системой многоуровневого маркетинга, да? Не пирамиды, а именно компания, где стоит продукт, обязательно продукт. Пирамида именно, это не пирамида, она похожа, но это не... Нет, я занимался этими вопросами и очень даже успешно, кстати. Вот. Но это было очень давно. И вот умер президент Гербалайф. Ну, все знают, Гербалайф. Английский. Самая большая в мире компания, и многие считают, что тут такая и осталась. Давно это было, она уже давно не осталась. Вот. А почему он умер? Потому что выпустили на рынок продукт, это пищевые добавки, да? То, что называется по-русски БАДы, биологически активные добавки. Да? Вот. Ну, поскольку я изучал вопрос, я был в другой компании. Но и там не было, они не были биологически активными. А что такое биологически активные? Даже эти слова сразу говорят о том, что это ограничения тут есть. Они могут повлиять, и они повлияли такие. Человек где-то, который принял это, ну, были очень серьезные негативные результаты, вот такие были. И когда дошло это до президента, у него был инфаркт, он умер. Вот он, пожалуйста. Вот. То есть... А здесь, в рамках, вообще-то говоря, мира всего, да, даже не страны, а мира, происходит то, что не исследовано. А ведь кто-то знает, правильно? Ну, где-то план-то есть. Ну, как это? А как? Это все пьеса, мы просто этого не понимаем. Это пьеса, сценарий, который уже написанный. И мы играем пьесу. Мы можем какие-то моменты в пределах этой пьесы, но можем менять, какие-то реплики вставлять, какие-то там другие. Но мы не изменим ход этой пьесы, мы не изменим итог этой пьесы. Она все равно закончится в определенное время, закончится одним и тем же. Да, или освистают, или будут хлопать. Вот. Но мы все будем там, мы все там играем роль. Но, еще раз, пьеса земная мы изменить не можем. Но пьеса вот эта небесная можем. Знаете почему? Потому что мы ведь не тела. Если мы будем себя ассоциировать с телами, так оно и будет. Если мы будем ассоциировать себя не с телами, а с душами, кем мы и являемся, тогда будет здорово и замечательно. Давайте мы на этом остановимся, в этом разрезе. Я все время посмотрю на часы, поскольку совсем скоро будет эфир в Сан-Гейтс. Вот. И давайте я хочу показать экран и объяснить. Ну, кому-то это не интересно, тем можно сразу уйти. Так. Биткоин. Биткоин. Значит, о чем идет речь? Биткоин – это локомотив, который двигает целую индустрию криптомонет. Или это цифровые монеты. Цифровые, почему? Их нет, они виртуальные. Они зашифрованы определенными кодами, или числами, набор чисел, ну, и это наше будущее. Почему? Потому что финансовая система – это маленькая часть цифрового мира. То есть мир будет состоять из цифр, чисел. Человек будет представлять собой код, QR-код. Ну, условно, конечно, да, такого не будет, но условно. Почему? Информация, содержащаяся в человеке, все его данные –
для ускорения процессов того, тех, с которым он участвует. Перелеты, ты прошел мимо, тебе не надо там эти билеты, подтверждения, в тебе все уже содержится. Да? И если я, допустим, говорю о вот этой вакцинации, да, к сожалению, да, приходится об этом говорить, то речь идет о том, что люди будут превращаться, это следующая часть, в неизведанную такую доселе или только в кино видимое людей, которых называют зомби. И они будут иметь определенные, их можно будет считывать. И это тоже с помощью аппаратов цифровых считывать этих зомби. Их можно будет определять, и есть знак, определенный знак, который содержит эти все люди, которые вот куда мы сейчас идем, к сожалению, да, можно не поверить. Но, в принципе, так предполагается, так оно будет. И тогда, конечно, мы знаем, чем заканчиваются фильмы. И таких фильмов очень много. И не дай бог, чтобы это произошло. Это не к тому. Но вероятность такая есть и очень высокая. Понимаете? Так вот. Вот этот вот, я показываю на монитор, где показан биткоин. Что такое биткоин? Вот видите циферки, да? И для людей. То есть мы находимся в определенном цикле. Каждый из нас определяет свой цикл. То есть речь шла об инвесторе и речь шла о трейдере. Да? Трейдер – это какая-то совсем другая, это как профессия. А инвестор – мы все инвесторы. Мы вкладываем в себя, или Бог вложил, значит, вот мы есть душа, облеченное тело, и вот он в нас инвестировал, допустим, условно говоря, чтобы мы совершили акт действий и вернулись к нему, к божественному, да? Он в нас инвестировал. Можно так сказать? Можно. Правильно? Вот то же самое и здесь. Мы можем инвестировать куда-то во что-то. Невероятные возможности заработка здесь будут. И это только начало. Но человек определяет как. То есть мы можем инвестировать, не понимая ничего. Но я просто хочу показать о том, что есть определенные циклы, в которых мы находимся. Эти циклы нельзя сбрасывать со счетов. Они входят еще в большие циклы. Поэтому вот мы смотрим на эту картинку. Ну что, вот это называется bullish. Тренд up, правильно? Тренд up. Идет все вверх. Биткоин идет вверх, да? Ну, вы видите, да, есть какие-то падения локальные. Ну, и вот он дошел до какой-то точки, пошел вниз. Правильно? Правильно. Теперь я расширяю график. Это. И смотрим другую картинку. Видите, причем цифра здесь. Мы приближаемся к числу 666. Это число зверя, об этом я говорил в другой программе. Вот, вот эти красненькие линии – это мои уровни, определенные, ну, как трейдер, допустим. Да? Значит, здесь что, плюс или минус? Идет вниз. Это другой цикл, внутри которого находится этот цикл. А теперь посмотрим сюда. Это минус или вот это все плюс вместе? Плюс. Поскольку здесь был 0, а здесь было 66. Ну, упали до 28 там, тысяч. 500 примерно. Ну, дальше что? Ну, сейчас идем вверх. И то, что мы пробьем эту линию, да, пробьем, по-другому быть не может. Но временно мы находимся здесь. Поэтому... Или мы инвестируем, и тогда мы должны падать вот здесь. И у нас идет цикл угасания. У человека идет цикл угасания, как по-другому. Да? Но он находится в другом цикле, гораздо большем. Что такое цикл угасания? Вот сегодня у человека какого-то, который этого не знает, плохой день. Да? Ну, плохой день. Астрологически плохой день. Сегодня вот влияет на него магнитная буря, там, не знаю, какие-то другие вещи. Правильно? А это означает, что вот он совсем плохо заболел, помрет? Нет, правильно? Завтра будет нормально, послезавтра условно, да? То есть эти мелкие циклы, они входят в большие циклы. Самая главная беда всех людей состоит вот в чем. Вот мы сейчас говорим о людях, которые реагируют на какие-то вещи, поскольку они не знают вот этого цикла. Внутри вот этого цикла мы понятия не имеем об этом цикле, вот об этом целом. Мы понятия не имеем, куда мы и как мы идем. Почему доходим сюда, идем вниз? Почему доходим сюда, идем вниз? Почему доходим сюда, идем вниз? Да?
Вот. Это все мелочи. Поскольку есть другой цикл. Если мы идем в цифровой мир, а финансовая система – часть этого мира. А что такое финансовая система? Это, ну, мы же находимся, живем в финансовом мире, правильно? Мы рассчитываемся за еду, за товары, за жилье. Чем? Деньгами? Или как? Или чем? Или поцелуйчиками? Ну, кто-то, конечно, да. Вот. Но редко. Мало. Вот. Поэтому сегодня это возможность. Как? Значит, есть варианты инвестирования. Первое – в обучение. То есть мы инвестируем в самого себя. Если мы знаем, кто мы есть, если мы знаем наше предназначение, если мы знаем наши циклы, нам что? Жить легче будет. Только и всего. Хотим мы это знать? Наверное, хотим. Только мы хотим, чтобы кто-то нам это сказал, а мы сами в этом не принимали участие. Доктор, лечите меня. Вы же доктор. Лечите меня. Вы сами по себе, а он сам по себе. Цепочки взаимодействия нет. Любви между доктором и пациентом нет сегодня. А должна быть. Должна быть. Мы должны понимать, я сейчас говорю еще раз, внутри нашей жизни существуют моменты, которые мы обойтись не можем. Это наше, я сейчас говорю, допустим, о неполадках в семье, к примеру, да? Вот неполадки, или нет второй половины. У вас нету одной из двух энергий. Вот наверху показана богиня Лакшми. Это экспансия Вишну. Вишну – это он, Лакшми – это она. Быть по-другому не может. Когда есть гармония, когда есть экспансия, появляется экспансия Вишну Лакшми, женская природа, и там стоит ведро чан с монетами. Это благосостояние, это богиня благосостояния. О чем идет речь? Это вселенская энергия. О чем идет речь? О том, что вы лишаете себя энергии, благосостояния. Логично? Логично. Что надо делать? Это сейчас наша жизнь. Иметь вторую энергию каким-то образом. Да? Суррогатом можно заменить. Почему нет? Можно поставить вместо руки протез. Тоже будет работать. Да? Но это уже неестественная вещь. Верно? Это искусственная вещь. Поэтому нам надо очень и очень даже понимать, где мы и как мы находимся. И сегодня, если мы говорим об этом, есть невероятная возможность инвестирования в себя, это обучение. Пользование, скажем, советами других. Да. Ну, в данном случае я даю советы. Вот единственная отрасль, где я действительно участвую, даю советы по одной элементарной простой причине. Я прошел путь от нуля и до всего остального, до верха. То есть я действительно знаю. И как-то так, вот странное такое вот намерение, странное общество для нас, я как бы забочусь еще и о ком-то, да? А, но не подменяя это, вот я хочу помогать людям, полностью себе помоги, а потом помогай людям. Что ты себе не можешь помочь, больной весь напрочь из себя и помогаешь людям. Ну, казалось бы, ну помоги себе, да? Вот стань, если ты обучаешь, так стань и покажи, что ты можешь это. Так нам, да? Так нас учили. Ну, вот я могу сказать, что я это сделал. И мне задание такое дано. Вот я хочу действительно так делать. Почему? Очень просто. Отдавая, мы получаем. Мы должны хотеть отдавать. Мы должны хотеть давать, скажем, информацию о том, что где-то есть место, где можно легче жить. Только все. Где можно получить хороший совет. Поверьте, все наши специалисты дают очень хороший совет. Они не могут не работать для кого-то. Но могут не работать по одной причине. Вы сами себе не даете возможность получить и сделать так, чтобы для вас это работало. Есть причины. Что с человеком не делает, он будет упорно ползти на кладбище. Так говорил Жванецкий. Понимаете? Вот. Что с ним не делал? Он все время ползет упорно на кладбище. Вот. Странный человек. Так? Странно он устроен. Дорогие друзья, необыкновенно приятно общаться с 23 человеками. Но это не главный канал. Я специально я хочу смотреть, вот сколько будут здесь у нас людей. То есть я сделал эксперимент.
ничего не было, было три человека, подписчиков из них я, центр Сангейт, кто-то еще там, не знаю. Ну, формально, да. А вот стали, эти программы стали появляться люди. Вот я хочу, чтобы здесь было, не потому что мне как бы надо, да, а потому что вот мне хочется посмотреть, как мы все будем давать эту информацию нашим близким друзьям. Об этом я уже говорил. И чтобы там было, к примеру, ну, здесь, допустим, 200 человек подписчиков, или там 270, я не помню сколько. Вот, допустим, ну, смотрите, 20 человек позвонят двум, да, и сказать, подпишитесь. Завтра будет здесь 40, ведь верно? Даже те, кто смотрит сейчас. Ну, а почему это не сделать? Это мне надо или как? Или это надо тем людям? Я объясню, почему. Чем больше людей будет участвовать в процессе, это эгрегор, это создание эгрегора. Чем больше людей будет покупать вот, этот вот, вот эту вот монетку, да, чем больше мы все начнем покупать, цена пойдет вверх. Кто будет от этого бенефитер? Кто будет от этого получать бенефитер? Мы будем получать. А почему мы это не делаем? Почему мы хотим только сами для себя делать? Вот почему? Ну, ведь так оно происходит, правильно? Поэтому нету мнений двух, есть мнение одно. И это мнение должно соблюдаться. Вот у меня есть мое мнение, я приезжаю на Восток, и выясняется, у них, оказывается, странные какие-то люди. Понимаете? Тут живешь, все живут одинаково, понимаете? Если что не так, спекулянт, если что не... А там по-другому, оказывается, там это бизнес называется, какие-то странные люди. А вот на Востоке вообще сумасшедшие какие-то живут. У них душа, понимаете? Бог у них, понимаете? Какой Бог? Когда я тело? О чем вы говорите? Вы что, смеетесь? Кто вам такое сказал? Со своим уставом, чужой, этот самый, да? Вот. Ну, оказывается, есть другое мнение. Почему нам надо настаивать на нашем мнении, если они хотят вот так вот? Причем интересно, что было бы очень классно. Я же попытался, я же сделал это. Тяжело, но получилось. То есть я комбинирую то, что там есть, и то, что здесь есть. И знаете, работает. Невероятным образом работает. Это все. Да. Вчерашнее доказательство с Галиной. Она говорит, мать, а откуда вы знаете, что это? Я говорю, Галина, откуда вы знаете, что вот так и так, так? Она говорит, ну, значит, как-то в одном эгрегоре находимся, правильно? На одной волне находимся. Почему бы нам всем не стать этому, не научиться этому? Дорогие друзья, благодарю. Мы встречаемся в центре Сангейт через 5 минут в программе с... Ну, там подряд программа, я даже сам не помню, какая у нас первая. Все, пока.